у каждого человека есть великая история. Рассказать ее — это значит, ну, как бы протянуть руку к вечности, сказать «я есть», значит, предъявить себя, это значит вот получить эту онтологическую прописку. И возможность быть услышанным с помощью там вдумчивого режиссера и документалиста, вот такая возможность — это значит возможность, ну, не уйти из этой жизни бесследно. Мне кажется, вот это единственное, в чем заинтересован глобальный человек любой. Получить онтологическую прописку, быть услышанным, стать частью жизни, которая там имеет название. Продюсеры Пятого канала руководят мной по СМС. Читаем. Такая дистанционная режиссура. Внеси краски. А если скучно, то так и скажи. То есть я должен сказать, что поезд Осетия – самый скучный поезд в мире. А у тебя там человек стоит, да? Какая тебе разница, кто стоит? Ушел. Я не могу, у меня же написано в контракте. Я записываюсь с человеком. Расторгуев вдохновляет меня. Хорошо. Тогда ладно. Он стоит просто или сидит. Я могу записывать, никого нет, я не могу. Если Расторгуева нет, только с Расторгуевым. Расторгуев снимает, не представляясь. Зачем? Режиссеров-документалистов у нас не знают. Журналист, что ли? Ну, еще одно. Писатель. Писатель? Писатель. Ну вот моя профессия в этом смысле, она, да, такая циничная. Ты эгоист. Я не эгоист. Я... Но мне кажется, более цинично сидеть и говорить от лица другого человека то, что я думаю. А не дать возможности сказать ему. Видеокамера снимать запрещено у нас. Почему? Потому что это стратегический что? Объект. Вот здесь в поезде? Что ж ты опять там снимаешь? Нравится мне. Что тебе нравится? Нравишься? Я тебе нравлюсь, чтобы снимать меня. Нет. У меня нет табу. Если для фильма нужно будет показать самую ужасающую сцену или... самую неприятную или самую, там, не знаю, какую-нибудь брутальную. Я покажу, если это надо будет. Есть какая-то у вас сверхзадача? Как у граждан, не как у режиссера. Да, сверхзадача есть. В каком-то смысле, маленьком смысле, делание кино, которое показывает тебе реального другого, который живет рядом с тобой и страдает, понимаешь? Мне кажется, что это важно. Одинокий в тумане.